Модель Perfecta. Доступная модель, выполненная в классическом дизайне, станет простым и надежным решением для любителей домашних животных. Особая технология нанесения покрытия делает дверь устойчивой к появлению царапин на полотне. Каркас полотна изготовлен из массива сосны. Сотовое заполнение облегчает конструкцию двери и позволяет избежать возможных проблем с фурнитурой. Высокие прочностные и звукоизоляционные показатели при этом сохраняются. Полотно облицовано экошпоном немецкого либо японского производства. Такой тип покрытия экологически чистый и не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации. Материал также устойчив к механическим воздействиям, не царапается, не меняет цвет и не боится влажности. Накладка двери изготавливается методом горячего прессования, в ходе которого дверное полотно приобретает определенную форму, а материал покрытия надежно прилегает к МДФ. Модель Perfecta может быть покрыта эмалью. Эмаль не трескается при перепадах температур, а также при изменении уровня влажности. Perfecta представлена в богатой цветовой гамме. Белый, дуб английский, каштан золотистый, клен серебристый, орех миланский, орех итальянский, темный шоколад. Также модель Perfecta может быть покрыта эмалью цвета жемчуг, ваниль. В остекленном варианте полотна используется чешское стекло Motilux толщиной 4 мм с витражным рисунком, нанесенным методом холодного английского витража, который делает рисунок особенно устойчивым к истиранию. Высота дверного полотна 2 метра, ширина 60, 70, 80, 90 сантиметров, толщина 4 сантиметра. Полотна комплектуются стойкой дверной коробки и наличником на основе МДФ.